Нормально? Я не уже лазил туда. Несколько раз. Не надо туда спускаться. Между труб. А туда можно только между труб залезть и все? А там не залезет. Что она могла туда попасть, если это было закрыто. Здесь тоже пусто и никаких ее признаков пребывания. Либо больше люков тут по круге никаких и нет. Все, нет ничего. А вы где-то рядом живете, да? Да, недалеко. Ну то есть сами вы ни ситуацию здесь не видели. Нет. И самое главное, собаку вы какую-нибудь видели здесь? Нет. Вы сами не видели, и людей, которые ее лично, как говорится, видели. Нет. Вы тоже не слышали. Не знакома с ними лично. Понятно. Были какие-то тяжело. Непонятные слова, да, от да. кого непонятно, из тех, кто на месте на самом деле не был. Ну, вот и вся и ситуация, был... которая может, ключевой момент, может. Да, может, сарафанное радио. Да, когда начинаешь спрашивать, никто здесь не был. Здесь провели больше 4 часов. Мы за это время собаку мы не видели. Услышал, что были какие-то претензии в сторону МЧС, то, что приехали сотрудники, как-то грубили, оскорбляли, такого не было. Неадекватное поведение было со стороны самой этой женщины. То есть наши работники вели себя адекватно? Они вели себя достойно. Они очень вежливо с нами разговаривали. Это те же самые вежливые люди. Бездельник, хитрый, как не знаю, что, с круглым лицом, второй стоял, интеллигентный, умывался. Что вы начинаете опять вот оскорблять личность? Вы же я, вроде я юрист сказать, с двумя высшими образованиями. Он не должен работать у вас уже сегодня, понимаете? И я сделаю максимум усилий, чтобы он там не работал. И хорошо, сегодня, вы сейчас говорите, делаем. Что у нас глупый сотрудник. Очень глупый сотрудник. Откуда очень. Вы можете говорить и про глупость нашего группу, сотрудника? Понимаете? Откуда вы можете говорить про я глупость? Я с ним разговаривала 2 часа. Все, послушайте, что он нес, это вы, глупость, вы специалист в области спасения? Или я что? Специалист что в области спасения, что да. Вы можете говорить про глупость нашего работника? Так, вы не бросайтесь такими фразами, пожалуйста. Не надо говорить про глупость, тупость наших работников, понимаете? Я хочу сказать, вот очень хорошо, я повторяю для записи. Я вчера... Стоя на поле, не спросила у этого вашего, это вы случайно? Это не вы были? Нет, я на 101 работаю. Это была выездная группа. Короче, мне нужна фамилия товарища, который, я уже вашему сотруднику сказала. В конце его сладкой беседы я спросила, вы что, раньше участковым работали? Он говорит, да. А я говорю, оно и понятно. Врете, сладко поете, стараетесь вообще занять. Сапега. Подождите, как? Сапега? Сапега. Боже мой, какая знаменитая фамилия, из какого рода, какому досталось? Послушайте, ну что вы начинаете опять вот оскорблять личность? Вы же я, вроде я юрист хочу сказать, с двумя высшими образованиями. Он не должен работать у вас уже сегодня, понимаете? И я сделаю максимум усилий, чтобы он там не работал. Старший помощник оперативного дежурного. Вот и я, понятно, что он старший помощник, и мое желание будет его уволить. Он не должен работать в МЧС. Я вам скажу ситуацию, какая она вообще произошла. Если бы этот человек приехал, увидел эту собаку, он бы, конечно же, вызвал туда машину со специальным оборудованием. Проникли бы в это подземное сооружение давайте подручными средствами. Давайте еще раз вернемся к Сапега. Сапега нужно уволить и присылать нормальную. Да давайте не будем принимать вот такие решения. Мы с вами не руководствуемся. Нет, мы примем Сапега, я уволю. И я запишу петицию на увольнение Сапега. Вот вы вот начинаете... Пускай он не уволит, вот, но пускай послушай, министр рассмотрит. Вот мы с вами уже обсуждали этот вопрос. Давайте не будем там начинать вот будем. Это самое. Мы не будем трогать МЧС в общем, мы будем трогать только Сапега. Личная неприязнь у меня к нему сложилась, когда он вчера, развернувшись, ушел и сказал, собачки нету. Да? Как у меня может быть к нему какая-то приязнь?
закупила потом оборудование для того, чтобы у них у нас были нормальные оборудования. То есть, я вас услышал, у вас эта ситуация еще и для того, чтобы вам подвинуть вопрос с закупкой оборудования. Мне нужно придать этой ситуации публичность. Вот. Для того, чтобы показать бездействие фауны ловцов службы по отлову животных совместно с сотрудниками МЧС, что когда в Беларуси случается вот такая ситуация, никто не знает, что делать. И я этой ситуации публичность придам.